Я так рада тебя видеть. Папа, что случилось? Была проблема с чемоданом и мужчиной? Нет, в аэропорту Нью-Йорка. Я пошел в Макдональдс от голода. Это моя дочь, известная в Нью-Йорке. Я журналист. Да, но богатые и знаменитые. Я разговариваю со знаменитостями, не знаменитыми. Никогда не говорили о прошлом. Хотел увидеть, где вырос. Не могла уснуть, кровать комковатая. Для секса хорошо, но не для сна. Папа, не начинай. Сегодня идем к стене Варшавского гетто. Не думаю, что это стена. Рути, стена есть стена. Скажем, сыр. Сыр, сыр, не срывай поездку. Было небесно-голубой. Раньше здесь было полно людей. До того, как нас загнали в гетто. Вы с отцом делаете эту поездку. Это трудно. Рути, покажу старый дом. Папа, что с тобой? Этот чайник и чашки мои? Почему уезжаем? Не ваши. Евреев убивали, вернувшись домой. Чайник твой, значит, важен. Нет здравого смысла. У всех вас. Думала, вы на третьем. Что смешного? Что смешного? Мы были семьей. Потом остались только ты и я. Теперь только я. На похоронах сказали, мама не хотела, чтобы плакали. Мы не плакали. Но можно плакать, если хочется.